Друзья, привет! В этом коротком видео мы с вами поговорим о том, как научиться лучше чувствовать гриф. Один из вариантов, который я предлагаю, играть одинаковую мелодию на различных позициях. Взять даже элементарную мелодию, которая у нас у всех на слуху, это песенка «Елочка». И вот смотрите, один вариант, когда мы наиграем ее наверху. И потом с сохранением той же самой аппликатуры мы полностью сдвигаем мелодическую линию вниз. Вот, я показал для примера в двух позициях, но вы можете экспериментировать, играть в различных тональностях, и тем самым у вас пальцы научатся хорошо чувствовать расстояние между ладовыми порожками на различных участках грифа. Поэтому можете применять эту мелодию даже в качестве упражнения для того, чтобы лучше научиться чувствовать гриф. Я табулатуру прикреплю снизу под этим видео, так что, пожалуйста, скачивайте, тренируйтесь. Если это видео показалось вам полезным, этот совет будете применять в своей практике, ставьте обязательно лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для того, чтобы быть в курсе, когда выходят новые видео на канале, и делитесь этим видео в социальных сетях. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока!